Всем привет, никому не нужный блог. Никому не нужный блог. И мы сегодня едем снимать волков. Вон они идут, вон они идут. Саша, приятно. Привет. Привет. Саша. Этот поехали, парень. Вон на руку. Да, спасибо. Пойдем сейчас вам, я вас домой завожу, вы там смотрите. Это был первый волк, с которым я вот всю эту идею с волчьими собаками, собственно говоря, затеяла. Но потом... Когда он у меня изначально появился, у меня было именно желание довести его, провести вот этот эксперимент и животное, чтобы ушло в среду. Это было для меня наивысшим вот наслаждением. Выпустить его и знать, что он там, ха, сейчас мы быстро всех построим, так, лоси слева, кабаны справа, так, один в неделю заход ко мне на ревизию, да, ну, из этой серии. Голос дает, они по кругу, он их слушает. Волчицы зимой рожают. Вчера одна родила, сегодня вот, наверное, сегодня и завтра вот одна сейчас родит, и еще три. Они выносливее, чем собаки-то. Такие волки, бля. Юра заходит, руку кладет, они падают. Мама у них рыжая, папа у них серый. Вот это тундровый волк, чистокровный, а там вольфхунд. А это а он щенок. Один из сыновей, знаешь, вице-гвардейца. Ох, какой угольный клыки, а. Решил купить собаку, я ему волка не дал, потому что волком надо с ним жить и заниматься. Жить. Вот. И он поехал только в Минстан, купил себе вот лору. В один прекрасный момент он ее под себя подставил, выдрессировал. Жена приехала с сыном, сыну 30 лет. Ну, они сели выпить. Пошли лору посмотрели, а он ее не видел. А забыли вольер закрыть. Ну и она зашла в дом. Ну и лень было его пускать. И... Он говорит, ты сиди со мной, только не тронь руками. Ну что, отец с сыном, бутылку водки выпили, а что мужикам бутылку водки? Ну вторую, а где вторая, там третья. Ну сын забылся, папа что-то в разговоре по колену хлоп, она сына тут же разорвала. Ну оторвала ее. Азиаты, малосы, они как и кавказцы, они жуют. Волк режет, а эти пережевывают кости. Ты идешь со скоростью социума, который говорит, ты должен быть таким, таким вот тебе рамки, а дальше уже вне контроля. А ты вообще не такой, ты вот такой. Такие вот дела. Ну все, увидимся в следующей серии.